А вот ярославские батутисты, лучшие в Центральном федеральном округе, в нашем городе завершили соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Во всех дисциплинах отличились ярославцы, собрав богатый урожай наград и в личном, и в командном зачетах. На состязание приехали спортсмены 8 регионов, всего более 180 участников. Но пора готовиться к новым стартам. Следующая спартакиада школьников в Раменском состоится летом, а осенью первенство России. Сейчас количество ребят, выбравших этот вид спорта, растет, увеличивается и тренерский состав. Это, безусловно, сказывается на результатах. Спортсмены выступили достойно. То есть завоевали и первые места, и вторые, и третьи. И команды у нас тоже удачно выступили. Ну, практически все с медалями у нас. Конкуренты сильные из Московской области, из города Иваново, из Старого Оскола.